Нелли, вот ваша мультикультурность, которая проистекает из, как бы, из того, что у вас есть там армянские гены. Родились вы в Литве, у вас родственники в Литве. Выросли до 14 лет, жили в Тбилиси. То есть вот как бы вы человек нескольких национальностей там, или, скажем, там человек, это помогает работать, допустим, над образом немки, или это само по себе, а вот как бы актерские все движения, они сами по себе, как вы считаете? Я думаю, что вся моя личная биография мне в этом помогает, даже то, что я мало помню, наверняка все-таки меня как-то сформировало, и при такой воспитании армянской девочки, армянской русской девочки в Грузии, да, мое детство все-таки прошло там, некие холодные черты тоже присутствуют. И мне говорят, ну понятно, родилась в Литве. И когда я проявляю себя строго, жестко, холодно в каких-то определенных ситуациях, это обязательно приписывают к моему литовскому детству, которого на самом деле у меня не было, я уехала оттуда в младенчестве. Вот. Но, тем не менее, факт биографии, родилась в городе Мужикяй. Когда я начинаю очень эмоционально существовать и разговаривать с помощью рук, все говорят, ну, понятно, грузинское детство. Меня устраивают любые характеристики, потому что и то, и другое есть правда. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.